Добрый день, друзья! Сегодня готовим кабачки по-итальянски, запеченные сыром и помидорами. Это очень простое, но очень вкусное блюдо. И я уверена, что оно вам придется по вкусу. Итак, начинаем приготовление. Нам понадобится 2 кабачка. Вес очищенных кабачков у меня составил 580 грамм. 3 помидора, примерно 550 грамм. 1 крупная луковица, 250 грамм. Сыр, 150 грамм. 1 вареное яйцо. 4 чеснока, 4 дольки, но если крупных, то можно взять 2 дольки. Укроп, оливковое масло, 2 столовые ложки, сахар, черный перец и соль. Ну, можно добавлять еще какие-то специи, которые вы любите. Ну, в принципе, и этого достаточно. Так, на плите у меня стоит кастрюля с горячей водой. Сейчас она дойдет до кипения, и мы туда погрузим помидоры для того, чтобы снять с них шкурку. А пока нарежем лук полукольцами. И чесночок порежем в такие маленькие кусочки. Так, вода у нас закипела, на помидорах делаем надрезик, вот так крест-накрест. И прям погружаем на несколько секунд в горячую воду. Снимаем шкурочку с помидоров. Все, помидоры у нас готовы для дальнейшей нарезки. Так, овощи подготовлены у нас для приготовления. Кабачок нарезан мелкими кубиками. Яйцо также мы мелко порезали. Укропчик. Помидоры кружочками. Осталось еще натереть нам сыр. Ставим на плиту 2 сковороды нагреваться и включаем сразу духовку. Добавляем немножечко оливкового масла. Выкладываем лук и обжариваем его
до состояния такого полуготовности, чтобы он стал прозрачного янтарного цвета. А во вторую сковороду кладем помидоры. Слегка их присаливаем. Добавляем немножко сахара. И 2 чайные ложки лимонного сока. Как только помидоры дали сок, вот такой вот уже интенсивный, так много сока, мы их выключаем, и пусть они приостывают немножечко. Так, лук у нас обжарился. Теперь добавляем сюда в него чеснок. И кабачки. И тушим еще их минут 10-15. Подсаливаем по вкусу. И добавляем перчика черного. Кабачки протушились 15 минут. И теперь подготовим форму для выпекания. Смазываем ее оливковым маслом. И выкладываем кабачки. Кабачки выложили и сверху засыпаем их яйцом. И зеленью укропа. Ну, укроп не обязательно, кто хочет, добавляйте. Кто-то, может, любит петрушку, да еще какие-то травки. Но я добавляю укроп. И присыпаем сверху тертым сыром. На сыр выкладываем томатный соус, который у нас получился из помидор. И
засыпаем опять следующим слоем сыра. Сыр по желанию можно сверху посыпать сухариками, что только улучшит вкус. Духовка разогрета у нас до 200 градусов. Ставим запекаться кабачки на 15 минут. Примерно на 15 минут. Ну, смотрите, когда появится золотистая корочка, в принципе, уже наше блюдо готово. Прошло 15 минут. Сыр растаял, приобрел золотистый цвет. Очень аппетитно выглядит.